Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. К сожалению, в преддверии 1 сентября меня забанили ВКонтакте за рекламу услуг кардеров. Кардеры, я думал, хорошие люди, а оказывается, это преступники. Но так получилось. Поэтому к 1 сентября мы вот тетрадок понапечатали, но не получится их нормально распространить. Мэрские выборы не получится нормально осветить. Если вы не подпишетесь на мой канал на Ютубе, тогда вы будете все видеть, все знать и по возможности принимать участие. До новых встреч!